минувший понедельник средь бела дня гражданин Таджикистана совершил кражу одежды в одном из магазинов, расположенном в крупном торгово-развлекательном центре. Мужчина открепил противокражные магниты с одежды, надел на себя понравившиеся ему вещи и попытался скрыться, не оплатив товар. Бдительная служба охраны задержала злоумышленника. Пока сотрудники полиции разбирались в произошедшем, сотрудники данного магазина задержали других посетителей, которые по аналогичной схеме решили вынести вещи на сумму свыше 5000 рублей. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Еще одна кража произошла в этот день в многоквартирном доме на проспекте Ленина. Пожилая женщина пустила в квартиру двух женщин, представившихся соцработниками. После их ухода бабушка не обнаружила своих сбережений. По словам потерпевшей, с утра деньги были на месте, и кроме мнимых помощниц в квартиру никто не заходил. Расследование продолжается. 9 февраля обнинские полицейские получили сообщение о краже. Потерпевшим оказался вот этот житель Наукограда. С его слов, на улице к нему подошел мужчина, предположительно гражданин Таджикистана, и предложил выпить. «Давай по бутылке пива купим». Я говорю, по бутылке пива можно. Это, ну, не по бутылке водки. В ходе совместного распития спиртных напитков иностранный гражданин попросил мобильный телефон своего товарища и отошел позвонить. После они продолжили свою беседу и через некоторое время разошлись. Только вернувшись домой, мужчина обнаружил, что мобильное устройство он забыл у новоиспеченного друга. Этим же днем около 16:00 на улице Красных Зорь из-за невнимательности водителя произошло столкновение внедорожника и легкового автомобиля. Водитель автомобиля марки Hyundai выезжал с территории двора на главную дорогу. Не убедившись в безопасности своего маневра, он начал движение. В этот момент по своей полосе следовал автомобиль Renault, водитель которого не смог избежать столкновения. От удара внедорожник врезался в забор, повредив и другую часть кузова. Оба участника аварии не пострадали. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания «Обнинск ТВ».